О, папа! Это тот самый дядя? О. Ах, что же нам делать? Все кондитерские давно закрыты. Я не знаю. Я обещал Софии, что куплю ей на день рождения торт. О, бедняга. У его дочки день рождения. Что же мне делать? Стойте! Послушайте! А? Я? Да! Вот, возьмите! О! На настоящем дне рождения обязательно должен быть торт! Раз день рождения не у меня, забирайте! А? Ты хочешь отдать его мне? Но это ведь первый торт, который ты испекла! Да! Но ведь я могу испечь еще один! И папа мне поможет! Правда, папа? Конечно! Далеми, ты очень добрая! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! На дне рождения всегда быть тортик должен, или праздник испорчен. Пусть тортик мой не самый большой, крема на нем неровный слой, но первый мой торт на праздник тоже подойдет. Сладкий, нежный, очень вкусный. Без торта праздновать грустно. Приготовлю с большой заботой, полной любви, тортик Далеми. Прости меня, пожалуйста, и спасибо. Не знаю, как тебя отблагодарить. А, ничего не нужно. Моя дочка сделала вам подарок от чистого сердца. Я прав, Далеми? Да! Сладкий, нежный, очень вкусный. Без торта праздновать грустно. Приготовлен с большой заботой, полной любви, тортик Далеми. Ну надо же, спасибо тебе. Ах да. А? Возьми, в знак моей благодарности. А что это? Я работаю в парке развлечений. Это бесплатный билет на все аттракционы.